Привет, ребята! Добро пожаловать! Это второй част «Иностранцы слушают русскую музыку». Давай, меня с другами. Кал, из какой страны? Любимые песни и артисты сейчас? Я из Намибии. Любимые песни должен быть у меня Jay-Z. Jay-Z, окей. Okay. Public Service Announcement. Песни тоже, окей. Okay. King Black. Я King Black, меня зовут King Black, я из Замбии, и у меня любимая песня, это вообще не песня, это трек, It's a Rocky, featuring Kendrick Lamar, это Fucking Problems. Окей. А ты, Луиза? Я из Узбекистана, меня зовут Луиза. Мой любимый артист это John Legend. Окей. И любимая песня All of Me. All of Me? Ты? Я из Нигерии, и любимая песня это Last Time. Нет, Last Time тоже моя песня записал. Yeah. Ребята, Theo on Rapper. Вы надо посмотреть его видео сейчас. Wear my shoes and see if they fit. I'm the one that's running the shit. Call the medic and tell them the boy is sick. Call the medic and tell them the boy is sick. Wear my shoes and see if they fit. I'm the one that's running the shit. Ссылки в описании. И вы можете его видео там посмотреть. Очень хороший. Хорошо, ребята. Давайте, ставьте лайк. Подлитесь и подписывайтесь на канал. Сегодня у нас три видео. Первый будет Oxymoron. Второй Jack Anthony. И третий Little Big. В прошлом видео вы написал, что мы надо посмотреть. И сейчас мы будем. Давайте первый. Негр написано. Is it негр? Негр, окей. Wait, is that, how do you say that in English? What does that mean? Негр. Тот самый негр. Тот самый. Негр. Like, I'm the most nigger here. Okay, I'm the biggest nigger. Yeah. Хорошо, первый видео будет Jack Anthony. Я думаю, это новая песня, Young Grizzly, on the track. Давай, first song. Jack Anthony русский или? Он молод как ты. У него мама русская, у него папа африканец. А ты где папа? Из Конго. Или? Да. Но его я загадял и год. Но я всегда люблю его стиль, его одежду. Он вообще кормит бомбы, одна за той вайп. Необычный одежды. Для меня это мой любимый русский рэпер. Джек Энтони, да? Джек Энтони, да. Он хорошо читает, но... Тот самый негр... Ого, Алекс Пикал, да. Мне нравится тачка там и его стиль одежды. Ну, я уже... Это уже мой любимый рэпер тоже в России, так что... Не проблема. Вот проблема с видео, это... Он сказал, что тот самый нигер, но вообще видео не... Никакого нигера. Он про себя. Он про себя и нигер. Понятно, но должен быть типа концерт, поддерживает песню. Да, вот именно. Его видео, он говорит про нигеров, но у него видео там никакого нигера. Там только белые люди и он сам тот самый нигер. Ну он что имеет в виду? Он тот самый негр в Москве, что ли? Или... Какой город? В Москве? Да, он в Москве сейчас. Но он с Питер. Что я хочу спросить, было три видео, что я уже посмотрел, и всегда он с молоком. Почему? Смотри, you'll see just now. Ты врубаешься, я тот самый негр, который перерос ваши гетто. Нормально. Но мне нравится «Делай как надо». Да, «Делай как надо» было очень круто. Ну в этом видео тоже, он только с молоком. Ну, может быть, он пропагандирует то, что типа пить не надо просто... алкоголь, а так и с молоком? Просто люди, которые курят, они им надо пить молоко, чтобы
Я не знаю. Да. Вот. А если ты куришь много, когда ты молоко, это нормально будет у тебя там. Как будет ланч? Там в живот, чтобы все в порядке было. Ну это же биология, по-моему. И как если ты трав... знает, это не биология, это ну. Это не биология. Нет, это не расскажи. Это не помогает. Это не помогает молоко. Ну, все говорят так, но по-моему не помогает. Ну я просто так думаю, если ты травку куришь или сигарет, тебе надо молоко пить, а не алкоголь. Какая логика есть там? Что помогает? Нет, он просто снимает фильм, ну, в своем клипе это молоко, говоря о том, что типа не пейте алкоголь. Может быть, мне так кажется. Может. Или может быть это реклама. Может быть, он ему просто нравится молоко, нет? Может быть тоже. Ну, Карл, что вы думаете об этом видео? Жак Энтони. Круто, хороший рэпер, хорошо читает. Нормальные песни. Вы будете эту песню в ваш телефон? Да, ну, поставь на плейлист буду я. Хорошо. А ты? Я уже сказал, я думал, что много уже батал. Мне понравилась песня. Это четкий пацан, Жак Антон. Всегда наверх. Но если он поет, что тот сам нигер, должно быть нигров там в видео. Следующий раз, один. Хотя бы он один про или себя два. Поет, я тебе уже 100 раз говорю. Ну, чтобы там прямо жестко было. И чтобы мы знали, что ты тот сам нигер. А там только ебаный, блин, извини. А там только белые люди. Я не расист, но должно быть хотя бы один нигер, как ты уже сказал. Ну, в следующий раз, если он ответ может, поставить нас имейл и и будет тот сам нигер. Тот сам нигер. Но песня нормальная, мне понравилась. Я забыл спросить, из 10 сколько баллов вы будете, Карл? 7, хорошо. Для песни или для видео? Вообще, хорошо. А ты? Я думаю, что 8. 8, хорошо. Как раз это он мой любимый сейчас. Я мне тоже, а ты, Луиза? Как вы думаете об этом видео и тоже? Я так сильно не разбираюсь в рэпе, но читает он хорошо, голос у него такой приятный. Как бы для его песни я ставлю 9, так как я не разбираюсь. Может быть, он даже хорошо поет, но видео я ставлю 10, потому что I like slow motion. Да. Like дым, когда вот типа вот так красиво, и всякие медленные движения, там зеркало, две девушки, короче, очень красивые картины. Окей. За видео я 9 поставлю и за песню... Why 9? 9 is a lot. Видео это... много, очень трудно делать видео, что есть 10 для 10 баллов. Ну, как он думает, ну, 9 для видео, для песни? И для песни 8. 8? Да. Хорошо. Ну, Жак Энтони, я думаю, он очень хороший, он мой самый любимый рэпер здесь, из России, ну, не надо так понимать, хорошо, что он читает, ну, флоу, он есть много флоу, и мне нравится вот это swag. Короче, у него новый стиль музыки, отличается от русских рэперов, потому что у него бит всегда такой жесткий бит, горячий бит, и флоу тоже нормально. Хорошо, ребята, ну все вы это видео нравится. Давайте следующий Little Big Hateful Love. Много людей написали, что мне надо вот это видео посмотреть. Я посмотрел другие в прошлом разе, был разный. Тогда готовимся. Little Big. Это, по-моему, она будет оценить, потому что это похоже на... Это не рэп. Окей. Эй, she's pretty. It's for you. Is that a heart? I don't understand this kind of... Блин, мне не нравятся такие видео. Это... Я больше люблю... В каком смысле вообще? Я больше люблю рэп и нормальная музыка, а это для меня это как... Ну, я не знаю. Или магия. No, it's like Lady Gaga. Yeah. What the hell? Oh my god. That's so weird. I hate you.
ти слушаш само. Если ти слушаш только музыку без видео, ты можешь нормально слушать. А если видео тоже есть. Да, то у меня уже даже песня вообще. Что такое? А что, почему она поёт? I'll hate you, я тебя. А я ненавижу. Да. А она поёт на русском, а? Ну, на английском. На английском. Она, значит, она англичан, не? Вообще, oh. Что это? Пожалуйста. Извини. Да. Ну, это... You... В прошлом can видео you... было так, я you, сказал. Bro, can you, can you? Больше мы не можем. Yeah, yeah, yeah. This is like satanism or some shit like that. Yes. That's meat, bro. Oh, man. Отлично. Понимаешь? Потому что есть типа идея за видео, но смысл, который дает, неприятно. Дай, дай, вообще. I'll fuck you with a knife. What? No. No. Come on. You die. No. Кто хочет умирать? What the f... In this little... That's the one we watched the last time. What the fuck is going Хорошо. On? Хорошо, давайте, Фио, как вы думаете о видео? Я вообще не знаю, что сказать. Я без слов. Come in a little bit, bro. И, хорошо, песни видео is DCT out of 10. Все, no, меня. No? Все? No. Okay. Ну, за видео 5, потому что там есть... Работа людей, да, которые да, придумывали они, это да, все. Да, да, вот. Mm-hmm. На, да. Луиза? Песня, я такие песни в принципе не слушаю, но, как сказать, мне понравился эффекты, которые, вот, матирование кожи mm-hmm. в клипе, там, знаешь, девушки такие красивые, у них кожа прям такие гладкие. Но само смысла в клипе нет, как бы, я не понимаю вообще, так что мне ничего не понравилось. Кроме того, что сняли так красиво, ну... Mm-hmm. Смысла нет. Манек. Мне не понравилась песня вообще, это просто ужасно. Там это комедия или магия, я не знаю. It's like Исекас. Исекас. So I think two for a video. За то, что они старались, хоть что-то они сделали. Но мне не понравилось вообще. Карл? Так, мне песен вообще не в моем вкусе. Так, okay. Я даже бы минус поставил, если возможно, песен. Okay. Но видео, мне, я думаю, что видео сделано так, чтобы все, которые смотрели его, стали в шоке. Mm-hmm. Да, mm-hmm. и поэтому просмотр идет. Про этого я 9 видео поставил. Mm-hmm. 9 видео? Да-да-да, видео. Я с Карлом согласен тоже, потому что если вы посмотрели другие видео, они... Вот этом видео надо думать, как сказать, creative на английский, надо быть creative. Ну, это же страшно видеть. Да. Само видео интересное, вы все смотрели. Да, это, ну, как Луиза сказала, как, это артист, what's her name? Lady Gaga. Это как стиль Lady Gaga, я песни слышал, тоже это... Rave beat. Mm. Ну, песни было, ну, две, три. Так они не так... Одно то же повторялось, да. По-моему, если не ошибаюсь. Я тебя убью, я тебя ненавижу. Mm-hmm. Ну, хорошо, давайте последний видео из Oxymiron. Я думаю, будет быть тоже разным. Последний видео, ребята. Oxymiron... De- what? Detector Li- G. G. It's lie detector. Okay, lie detector. Кажется, такое не... Это? Да, вот съемка, она не такая непрофессиональная. Это русский Eminem. Да. Как мы уже знаем, я уже его видел и смотрел. Не вот это, но прошлое видео. Там на карте как еще один раз, знаете, Яникс. Яникс. You see the one on the This card? One, yeah? Яникс. Okay. Капулька, тебя снова обманут все. Кеннингтаун, Мюнхгаус. Это второй видео, что я видел и слышал, и он как Eminem, ну, с его стилем.
русский стил, ну, это мне не нравится. Да он читает четко. Я Оксимирон могу сказать, что он нормально читает. И просто я не понимал, о чем он читает, потому что он очень быстро. Ну, понятно, что это же русский, русский трудно понимать. Но он очень хорошо читает, как и меня. И я только что узнал, что он тоже английский знает, он может на английском тоже читать. Да? Так, да. Can also like rap in English. Он просто стоит там, как в баре там, и как он говорит с другом, там есть какие-то проблемы, он ему объясняет. Да, он и поэтому он называется lie detector. Типа, я это сейчас сделаю, это так, так. Ну как, концепт очень... Да. Все? Все. Быстро было. Короткое и круто. Для меня это видео будет 8 баллов. Потому, тоже потому что 8. Был, да, 8. Был лучше из-за этого Little Big. Но может быть, да. Потому что мне только... Мне нравится хип-хоп. Uh-huh. И эта культура мне нравится. Малика King Black, как вы думаете о видео? Как я уже сказал, что Оксимирон читает как Eminem, это как у вас русский Eminem. Да. Вот. Для трек я могу поставить 9, потому что он четкий пацан тоже. Это второй любимый рэпер. Раньше был Оксимирон, сейчас Же Кентон, Оксимирон второй. А что я могу говорить про видео? Видео было такое простое видео, он просто там стоял и... Типа объяснил, что что-то случилось с ним и какие-то проблемы были. Но за видео и за трек я могу 5 поставить. Но он четкий пацан и хорошо читает. Карл? Мира. Оксимирон. Так раз я слушаю. Ну, как вы скажете, он как русский Eminem, да? Да. Он хорошо читает, у него флоу хороший, круто, круто. Неплохо. Видео у меня было король. Должен быть чуть длиннее, как бил. Mm. Ну, я бил, поставил как 7. 7? Хорошо. Луиза? Мне он понравился больше, чем первый рэпер. Первый, Шак Антони. Но он классно читает тоже, а этот такой более быстро читает. И смысл был в словах, которые он говорил. Ты поняла? Да, я все поняла. О. Хотите, ты уже русская тогда, поэтому должна быть. Вы просто говорите, и там некоторые моменты пропускаешь, а в принципе это все понятно. Нет, это непонятно, потому что он очень быстро читает. Вы же не знаете русский, а я же, допустим, с детства на русском говорю, и для меня все понятно, каждое слово. И мне понравился. А клип, он простенький, мне кажется, можно было бы что-то покруче и качественнее снять, так что... Вот поэтому, если сравним Оксимирон рэп и Же Кентон, Оксимирон лучше. Оксимирон читает, да. Ну, а просто мы не понимаем. Снял лучше тот. Вот. У него более качество такое, знаешь, дорогое, что ли, expensive. Ну вы же сами поняли, что он сидел около стола, только стол карты снимал. А у того там было что-то такое интересное. Да, да. Фио? Да, мне нравится очень. Но я думаю, что если я знаю русский побольше, я побольше люблю. Ну, вы как рэпер, вы думаете, кто лучше? Оксимирон или Жак Антони? Как рэпер Оксимирон лучше, конечно, потому что он быстро и... Лирика там есть, да. Есть структура. Ну, есть один минус, мы же иностранцы, мы не понимаем, о чем он читает. Да. Поэтому, когда Жак читает, он как мы как-то понимаем, есть, да. У него есть крутые флоу. Поэтому для иностранцев просто флоу хватает. И стил, и он просто четкий пацан, как тот самый нигер. Хорошо, ребята, я думаю, это первый раз, что есть иностранцы видео, где все, ну, нормальные. Русские говорят. Хорошо, ребята, если вы этом видео нравится, ставьте лайк, подлитесь и подписывайтесь на канал. Все инстаграм будет здесь, как вы сейчас смотрели. Пишите на комментарии, что мне надо в прошлом видео делать. И все, ребята, пока. We'll see you in the next one. Ciao. Bye.